отличие от обычки, на переходке вместо стана появляются два слизня. Турбо, живи, живи. Да не, мама, нет. Отдал, года нет. Это все они, я не с ними. Видишь, я в стороне даже стою. Ладно, я полежу. Мне кажется, зеленого лучше. Так а чё ты под на переходке оставь лужу, чтобы подпить, если чё. Не, чтобы на всякий случай осталась там одна лужа, чтобы подпить, если чё, третий плевок дать. Допер? Ну, с нашим ДСПСом должно. Пристопав. Отличные новости, народ! Я усовершенствовал штамм чумы, которая уничтожит весь Азерот! Виван, сорви праведная, пожалуйста. Быстро перевели. Да, как ты? Ты что, замедлил, еб? Или тебя нет? Как откинуло. Что-то я ничего не чувствую. Откинуло, не успел прохилить. Это еще откуда? Давай я в чучело сяду. Мне можно же обоих замедлить слизни. И зеленого, и красного. Мы босса перевели, и не успел он нормально напить, поэтому его не было, чтобы он замедлил слизней.
Блин, я посмотрел, с Халеона, с свеча Халеон падает. Прям такой хороший посох. Мир тебе. Если у тебя ШМ есть, то будет нормально. Если нет, то собирай 2-4, 2-10. Или хотя бы Глора. Нет. Смысла нету. У тебя удара 2-4, буря уярит по 40 как ритон. ДПС больше дашь. С периодически шемом сам гоняю в 2-4, 2-10. Ну что? Просто если у тебя не апнутый Т10, еще плюс 251, когда смысла нету. Да и так смысла нету, там статы не особо отличаются. Дебафы. Войд, Войд, если что, мне вот это нужен на мейн очень сильно. Вот так, да? Боузер, подыми. Двигаю по мини-карте. Так что я в хила, да? Так, подам. Что тебе нравится? Бафни мне крест. Не бафни, ты мне благодарна. Ребят, есть у кого-нибудь бэкашный токет? Ой, бэкашный, алкаш. Креста баф. Чаще я без маны. Так я ем. Да не, просто 2-4, 2-9. Чтобы шелды были. Отличные новости, народ. Турбатын, ту не бафнул. Опаздываешь. Сова, подойди к нам. Два красных.
А чё за хуй? Красный устает. А я на него боб повесил, ёпта. Да я не играю, сейчас скину, бэр. Не надо. Не надо, ты в диване. Я релок мусор. Пацаны, чё прогресс? Да, с абсорбами есть у кого-нибудь? Может кто-нибудь пинкануть? ХПС-ку. Так ты в танке. Чё, нет ни у кого этого? Как Номен, по-моему. Абсорбом линкануть. А чё, видишь, второй не появляется же сразу. А чё будет, если перед смертью, допустим, зеленого перевести профа, и будет два слизняка, один лоу-хиповый, второй фуловый? Нет, так не получится. Это не будет три слизняка, ты видел же? У нас было... Красный появился? Не, красный кастовался до переходки. Ой. Блин, чё, ни у кого с поглотом нету, что ли? ХПС. Вы определились, какого слизня-то бьем? Просто я смотрю, и тот, и тот. Всегда зеленого на переходке бьем. Не бейте красного. Вообще-то 5. Незамедлен был красный совсем. Что-то я ничего не чувствую. Это еще откуда? Войд, слышишь?
Давайте сейчас маленько тут я по-другому объясню, как будем убивать тут и без эрдруида, чтобы тебя там раги хватало. И будем, то есть, там и стопать и ДПС там и полностью. И то есть там и заливать сначала там и зеленого. Нет, это понятно. И то есть сначала будем убивать там и зеленого, убивать там красного. И ты их там и замедляешь всех. И после того, как ты там накапливаешь и только там и 100 там раги, и мы уже и тогда там и переводим быстренько. Ну вот я тебе про это говорю, что мы подождем еще там у красного, у нас там адаберсы там. Ну а смысл вот вайпаться вот так вот, я не понимаю. У нас вот и шаман там откидывает там людей там по разным сторонам, их потом и выбирает там и цель, и они там одни умирают. И такого и вообще не должно быть. И все должны отлетать. Это, да, я не знаю, это все очень объясняется просто, чтобы отлетали все в одном направлении. Но у нас там есть там, блядь, и три паладина, и пусть так кидают там обоб там по очереди ехать в этом. Не спасает. Почему я вот спасает? Только что на первом трае кинул на турбо боб. Нет, я говорю именно и про красный. Не, он как-то убил, но выборочно. Нет. Ну, выборочно убил. Его там просто там и не прохилили, потому что и когда еще там цель выбирает там красного, он еще там и дамажит прям норм. Нет, а турбо был на первом трае прохилен. Я на него специально кинул, он второй раз на переходке у нас, он выбрал вторую цель на турбо. Он был уже не замедлен, я на него дал боб и шотнуло нахуй пол рейда. Причина того не то. Нет, там и поверь. Там, если бы там и боб бы там и не спасал бы, там бы шотнул бы, там бы весь рейд, если бы там избежал. Ну, боб точно спасает от смерти того, кого выбрал слизень. Это точно. Нет, имеется в виду, они не бьет, не проходит урон, ребят. Потому что он идет физически. Боб это там и физический урон. А у зеленого там идет ему магический урон. Я не знаю, как объяснить еще. Это турбо. В магазине ты пятая вышла была. Че в магазине? Ты пятая глава вышла. А, так эссенция, то что появилось турбо, это квест с Вайшем. И что он делает? Не знаю, наверное какой-нибудь или тринку. Ем. Отличные новости, народ. Я усовершенствовал штамм чумы, которая уничтожит весь Азерот. Блять, далеко.
Турбо, далеко подойди! Сейчас сдохну, я до него не успеваю передать. Так я его не догоняю, он от меня убегает. Так, я сдох бы сейчас, и все было бы замечательно. Медвей, медвей, беги. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Алло. Так он в луже стоит, Войт, и на нем зелень. Похиль его, попробуй. Кэд... Пельмень. Молодец, Сова. Блять, ну я бежал. Узерби. Да, блядь, не успел. Нормально сожить жестко. Да, вместе. Так,
Он у меня багается за ДПМ, я не могу рисовать. А, не, могу рисовать. Выстави на панель. Не, он у меня не выставляется. Ну, сейчас попробую. А, сейчас выставлю. Ну, он периодически я пробую прожимать. Не в бою. Главное, чтобы было. Да вот не в бою, у меня с ДБМ, короче, конфликт. И не хочет выставляться. Не забывай, у меня спек не хлопал. Ну тут два человека с софт-спеками и как бы... Короче, Войт. Слышишь, что говорил? Этот... минут через 40 я ухожу. Да нет, да я ничего не рассказываю. Если что, это... Да давай я там и поанонсу им там и пельмени тогда, чтобы они отбегали. Я могу типа там вообще поанонсить абсолютно все. Давай, завязывай. Триста баф лапу. Крикну хп. Почему там желательно к РДДшникам и хиламу нести? Зачем вы к нему под... Что вы делаете? Зачем, когда зеленый не начинает кастовать, зачем вы к нему бежите? Какой в этом смысл? А почему здесь замедлять сейчас? Рох и паладин просто... Я сейчас умер, если что, и не от этого. И я, блядь, и прожал там и ваниш. И не из-за этого, блядь, был вайп. И по мне сейчас, блядь, про... Я же говорю, что нужно и чему... Нет, вы послушайте, что нужно там и чему уносить к РДД. И меня сейчас просто, блядь, убило там и чума. А почему ты считаешь, что именно в РДД зону нужно чуму выносить? Кто тебе это такое сказал? Я тебе сейчас объясню. И ты посмотри, сколько РДДшников и хилов стоит и в одной точке. И сколько стоит для тимиликов. Ну, я думаю, я тебя там уже там объяснять не надо ничего. У вас и хотя бы двое. Да поймешь. Я спокойно, может...
Ну, у тебя джифс есть? Есть. Да, блядь. Почему лапу никогда и приступав не бафует, пока я не скажу? Они хотят услышать твой голос. Телефонный звонок, давай. Это было не... Нахуй. Еще раз, фулл бой у стола танчить или только первую фазу? Окей. Это вообще моя первая тактика на профи была. А, этот... эссенция даже там зеленее сейчас, Вера, не? Я, конечно, не знаю, что с бузером не так, но... В его шмоте я не должен его на профи перехиливать вообще никак. Это слышишь, Турбыч? Это скеля. Шея. Вон что с ним. Ну как пишет. Что за шея скеля? За итом?
Да, да, да. В смысле, а почему с Келли, а не с... Келли, да? С Вайши, там, этот... Другая функция. В смысле шея? Это улучшение для островной шеи? Нет. Нет, я же тебе объяснял. Это просто это... квест, как с голова Мактаридона. Да, да, голова Мактаридона, голова Никси, вот этот квест. Медведь, ты там, кстати, сообщение пропустил, я тебе писал. Блин. Чё? Бузер, а зачем ты ставишь сокет 10 ко всем, когда у тебя HR еще кривая на плечах? Все плохо. Ну, слюбит. Не сейчас. Может получиться что-то любопытное. Я предлагаю сапрота выпить. Дамаг по рейду проходит. Очень. Вот, там что-то делается с этой чумой, не знаю.
Как-то она перекидывается по какому-то определенному правилу. Не должно быть такое. Там, блядь, 4 стака, и из-за этого просто от АУЕ человек умирает. А слизень выберет, то вообще до свидания просто. Я просто передаю это, но не успею там настакиваться. Да нет, имеется в виду, там передается она, но через какое-то время они просто они дергаются постоянно, и она раз, два, три, вот так. Вон там паладин был с 6 стаками, это же вообще ему сразу лицо оторвет. Так там же после того, как перекидывается, она резист повышает, или нет? Если она не повышает, но она не сразу бьет. И ты успеваешь перекинуть. Она раз с 3 или в 4 секунды, по-моему. Она... Сейчас я точно скажу. Там не страшен ее урон, на самом деле. Страшен дебаф, который она кидает. Так он увеличивает дамаг или нет? По-моему, увеличивает входящий дамаг от сил природы или чего-то там. Он безудержная чума. Вот, мучительная чума, безудержная чума, наносит урон раз. Если ты будешь успевать в эти секунды передать их, то ничего страшного. У нас кто как стоит? Давай принцов убьем, мне оттуда жезл нужен, кровь из носа. Я хожу с этим говном уже уйму кучу времени. А чем тебе это не нравится? Ну, она мне вообще не дает статов нормальных, которые мне нужны. И тут нету сокета. Да я что-то там стояла. Друид, а где твоя мать? Она мне не нужна. Бузя побежал. Побежал! Я пока не могу прочитать это заклинание.
может получиться что-то любопытное. Это заклинание еще не готово. Подбегай к зеленому, сейчас я на красном. Алису. Это еще как неожиданно. Нет, у нас просто проблема в том, что у нас реально слабый. Я не дохил, у меня половины сокетов в чарах нету. Плюс бузер, шмот есть, а он не хилит как должен. И мидвейл спек, понимаешь? А проф это не такой босс, чтобы прям во в спеках его. Да. И точно так же, да, и только там мы стопнем ДПС. И то есть там убьем там сначала там зеленого, убьем потом красного. Ну, тогда. И тогда давай там мы заменим там хила, чем вот так вот и. Сейчас я. Я сейчас поищу. У меня там знакомый сейчас смотрю. Может быть, ардро будет. Да, у меня как раз где-то так же пару часов. Сейчас, если у меня там ардру хороший, там у него там АКД нету, то он прям сейчас ворвется. Вот, кстати, Рестер Друид было бы здесь неплохо. А я в ШП был бы и так же вас отхиливал. Ну там такой как бы там и ардру он может ему в соло спокойно похилить. Ты какие-то фантастические рассказываешь сказки в столовых. А почему сказки? Ну, типа, вы сейчас тут и хилили, блядь, тот, блядь, и в три, вот, и хила, и он бы, блядь, и точно так же, блядь. Да. Знаешь, сколько я таких сказок слышал за все время? Че ж вы тогда с таким хорошим рестер-друидом даже леди не убиваете? Кто вы? Кто вы-то, блядь? Не, он может просто меня там и перепутал с кем-то, наверное. Устала? Thank you.
Красного ждем, да? Да-да-да. Ждем там и не трогайте там. Пиздец. Как я тебе захилю куклу? Куклу не захилить. А, не, можно. Можно проверить, в бабле поставить? Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? В смысле, давай принцов? Не-не-не, пошли принцов и валитры. Что, я хила? На принцов нормально. Мы меняем хила, тогда ждем. Идем дальше. Бросать на профи совсем. Ребят. Так. Сейчас я гляну на время, когда мы звонили. Что, из деревни ехать 40 минут? Да. Ну все. Всем спасибо, ребят. Короче, на мне что-то делать, нахуй. Мне не нравится, нахуй. Ты не можешь. Ты уходишь, да? Да. Давай там отметить тебе хорошенько. Благодарочка. Мальчишка. Сучка. Не, ну я сейчас. Нет, на принцов пошли. Давай, либо ДД одного, либо я в хила, короче, спекаю. И хила одного. Да чтоб не обидно было, молодой его называют. Эй, молодой. Мальчишка будет за счет меня. Всё. А так зашел, ворвался просто. Эй, мальчишка. Мальчишка. Но это слишком как в песочнице. Ладно, короче, расходимся. Да какой расходимся? Ну ты рофли, что ли? А чё ты не хочешь-то убить? Принцов убить можно и в 9 тел даже. Да не, нет, да ну... времени. В смысле? У тебя 3 часа, ты сказал? Нету хилов. Где хилов нету? Ну ты рофли, что ли? Если тебе надо что-то убить, бери и добирай. Я тебе дам рела. Давай, я доберу. Добирай, у меня нету времени.